Всем добрый день! Мы решили снять для вас серию видео по подбору ухода под ключ для людей с различными типами кожи и разными проблемами. Причем мы будем подбирать уход не только для кожи лица, как это обычно мы делаем, но и для волос, и не забудем про руки, про губы, про ноги, про кутикулу. В общем, посмотрим все. Это стало возможным благодаря тому, что мы с вами находимся в магазине «Галерея косметики». Это магазин, который представляет, наверное, большинство известных марок профессиональной косметики и не только. И здесь огромнейший выбор уходовых средств. Первый случай, для которого мы будем подбирать капсульный гардероб для кожи лица и остальных частей тела, это жирный комбинированный тип кожи со склонностью к воспалению. Пойдемте. Сегодня мы с вами соберем, если можно так сказать, капсульный гардероб для кожи жирного комбинированного типа и склонностью к воспалениям. Начнем подбор нашего ухода под ключ. Мы с очищения. Сразу хочу сказать, что бонусом к нашему подбору ухода мы еще пробежимся по вот этому прекрасному магазину «Галерея косметики» и посмотрим, что у них есть для волос, для губ, для кутикулы. То есть соберем целиком уход под ключ, чтобы этими средствами, например, человек, обладатель жирной, проблемной, комбинированной кожи, склонный к воспалению, мог пользоваться несколько месяцев. Начнем с очищения. Жирная кожа, склонная к воспалениям, комбинированная, обычно отличается нарушенным гидролипидным барьером, нарушенным иммуностатусом. И такую кожу, вопреки всеобщим, скажем так, заблуждениям, не нужно дополнительно обезжиривать, дополнительно тщательно очищать. Средства для очищения должны быть максимально щадящими. Таким средством у нас является очищающий гель. Его моющая основа – это кока-глюкозид. Это мягкий натуральный ПАВ, который можно применять даже маленьким деткам. Он не щипит глаза, им можно смывать макияж с глаз. Он не нарушает гидролипидный барьер, и он является дружественным к нашей нормальной микрофлоре. А чем больше у нас нормальной микрофлоры, если она себя чувствует прекрасно, то патогенная или условно-патогенная микрофлора, она чувствует себя не очень хорошо, не размножается, и прыщей тех же самых становится меньше. Берем очищающий гель. После умывания нам обязательно нужно тонизировать кожу. Для этого мы можем взять два возможных препарата. Это на утро, к примеру, тоник для жирной проблемной кожи. Несмотря на такое грозное название, он не содержит никаких подсушивающих компонентов. В нем нет спирта, в нем нет каких-то матирующих частиц, которые могут подсушивать поверхность кожи и обезвоживать ее. И он как раз является балансирующим тоником, то есть он регулирует участки кожи с разной интенсивностью выработки кожного сала с помощью себорегулирующих компонентов, например, экстракт гамомелиса. Его мы можем использовать утром, а на вечер мы можем взять еще один интересный тоник, который имеет кислый pH. Кстати, а для чего мы используем тоник? В первую очередь, чтобы восстановить pH кожи. pH кожи в норме слабо кислый, от 4,5 до 5,5. И тогда нормальная микрофлора чувствует себя хорошо, и воспалений тогда меньше. И поэтому тоник с ахокислотами – это оптимальный вариант не только для возрастной кожи, для кожи с пигментацией и так далее, да, но и для проблемной кожи. Можно использовать его вечером. Он помимо ахокислот всех вообще, которые только существуют, яблочные, гликолевые, молочные, винная, первиноградная, то есть все эти кислоты здесь есть, немножечко салициловой кислоты, содержит еще себорегулирующий комплекс. Вот, это цинк, медь и магний, которые будут как раз регулировать выработку кожного сала. Его мы можем использовать вечером, когда активное солнце, единственное что, да, летом, например, кислоты лучше использовать, опять-таки, в вечернее время, либо не каждый день. Еще очень важный момент – использовать днем обязательно солнцезащитные средства. Вот. Но, в принципе, если вы, например, где-то находитесь, где очень активное солнце, индекс инсоляции все время превышает 4 или 6, то тогда можно пользоваться тоником для жирной проблемной кожи, а тоник с ахокислотами оставить на осенне-зимний период. Следующее средство, очень важное для проблемной именно кожи,
Это сыворотка стоп-акне. Это уже лечебно-профилактический препарат, который содержит 10% азелаиновой кислоты. Причем азелаиновая кислота здесь находится в комплексе с глицином. И наносится этот препарат на места с воспалениями. То есть, если у нас выскочило два воспалительных элемента, например, на лбу, мы мажем весь лоб. Если у нас хаотично расположены они, мы мажем все лицо. Если у нас есть воспаление на других сиборейных зонах, плечи, спина, грудь, можем использовать там. Текстура очень приятная, легенькая. Она имеет текстуру, похожую на крем, но не содержит жиров, хорошо быстро впитывается. В начале нанесения может немножечко пощипывать, но это нормально. Вот, поэтому в течение минуты это пощипывание проходит, и потом все комфортно. А дальше есть на самом деле два варианта. Утром нам, как правило, все-таки нужен SPF, и для комбинированной жирной даже кожи, да, но и для нормальной, естественно, оптимальным вариантом является крем-увлажняющий. Он имеет очень легкую текстуру, и поэтому даже при повышенной себопродукции его можно применять. Если совсем кремы переносит кожа не очень хорошо, да, то можно заменить крем на гель, либо для жирной кожи, либо на Дематен. Это препарат, который продается не только здесь, он продается и в аптеках, содержит гиалуроновую кислоту, сок алоэ веры и серу. Имеет текстуру геля. Вот. Если нам нужно активно защищать кожу от солнца, то есть индекс инсоляции, который мы смотрим в прогнозе погоды, превышает 4, то тогда нам лучше взять для дневного завершения нашего уходового ритуала мультипротектор с SPF 50+. И основной фишкой этого крема, если можно так выразиться, является то, что он не содержит масел, то есть имеет текстуру oil-free, что как раз очень хорошо в нашем случае, когда мы имеем жирную, проблемную, комбинированную кожу. Вот. Если мы при помощи этих средств ухаживаем, например, утром, то вечером мы можем добавить препарат, который будет дополнительно ухаживать и профилактировать воспаление и образование поствоспалительной пигментации. Мы можем взять на вечер после нанесения, после умывания тоника стоп-акне пектиновый гель, он бывает и в более маленьком формате, и пектиновый гель имеет pH 3,5 за счет цитрусового пектина и хорошо восстанавливает тоже кислотность нашей кожи, контролирует количество микробов, которые патогенные, да, существуют на коже, пропионы бактерий, акне или клещ демодекс. Вот. Также мы можем этот препарат заменить на Дематен, либо вообще вечером использовать только стоп-акне. А какой еще интересный есть препарат, который просто необходим для жирной и проблемной комбинированной кожи? Так как такая кожа очень склонна к закупориванию пор, очень критично относится, например, к какой-то комедогенной косметике, то эту кожу надо глубоко очищать. И 1-2 раза в неделю имеет смысл делать глубокое очищение, то есть легкий пилинг, энзимный, который является всесезонным, потому что энзимы – это не большая концентрация ахокислот, которая является каким-то, может, риск фототоксичности, да, нести и повышать снижать устойчивость кожи к ультрафиолету. Энзимная пектиновая маска содержит пектин цитрусовый, содержит энзим папаин, содержит 5% молочной кислоты, которая в данном случае работает не как кератолитик, а как увлажнитель, наносится на 15 минут, причем можно наносить как под пленку, также можно влажными руками делать по ней массаж, также можно просто нанести и оставить на лице, через 15 минут смыть. Энзимы в такой гелевой коллоидной текстуре все равно будут работать. И она растворяет кожное сало, частички слущенного эпителия, которые закупоривают поры, и является хорошей профилактикой черных точек. Вот. Ну, вот такой как бы джентльменский набор. Сразу хочу сказать, что если человек с проблемной кожей вынужден камуфлировать какими-то плотными тональными основами свои воспаления или какие-то неровности рельефа, то я рекомендую также взять, например, в уход гидрофильное масло какое-нибудь. Ну вот я тут вижу тоже гидрофильное масло Лимани. Хорошие гидрофильные масла у корейских производителей. Сейчас на самом деле у многих производителей есть гидрофильные масла. И если нам нужно снять макияж плотный, да, или какие-то камуфлирующие средства, то мы можем сначала умыться вечером гидрофильным маслом. Оно наносится на сухую кожу, то есть распределяется по ней, потом уже эмульгируется с каким-то небольшим количеством воды,
превращается в такую эмульсию и смывается. И после этого уже мы берем очищающий гель и дочищаем кожу. Вот, и дальше тоник и какой положен уход. Вот такой уход мы уже собрали, но двинемся дальше. Посмотрим, что есть для волос, для кутикулы. И еще для глубокого очищения одну хорошую вещь я вам посоветую. То есть для того, чтобы вот когда мы делаем, например, глубокое очищение энзимной маской, мы можем провести практически салонную процедуру дома. То есть мы можем сначала разрыхлить 15 минут эпидермис энзимной маской, смыть ее, а после этого очень хорошо сделать маску на основе каолина, то есть на основе глины. Но не какой-то там порошок трехкопеечный из аптеки размешать, неизвестно, как он очищен, а взять хорошую профессиональную поросуживающую маску. Здесь в этом магазине я видела несколько вариантов, пойдемте посмотрим, что тут есть. Фирма израильская Джиджи, мне очень нравится как производитель именно масок на основе каолина, на основе солей Мертвого моря и так далее. Здесь есть несколько вариантов. Например, самый термоядерный такой вариант глиняной маски, это, конечно, Solar Energy. То есть, когда вы ее наносите, возможно, у вас потекут слезы из глаз от интенсивных ощущений. Она может подсыхать на коже, то есть, в принципе, за 20-минутную экспозицию она хорошо стягивает поры, она еще достаточно неплохо рассасывает элементы постакне, то есть ее можно наносить после энзимной маски. Также в серии липоцит, которая считается серией для более молодой проблемной кожи, тоже есть маска на основе глины. И в серии севи тоже есть маска на основе глины, которая, ну, наверное, самая мягкая из этих трех. Наверное, мы ее и положим в нашу корзинку с нашим капсульным гардеробом для проблемной кожи. Основными компонентами глиняной маски всегда является каолин и, как правило, оксид цинка. Вот, бывает бентонит в составе, и ее задача сузить поры, немножечко подсушить поверхность, то есть такой как бы эффект поростягивающий, поросуживающий. И для проблемной кожи 1-2 раза в неделю как раз тоже можно ее делать вместе с энзимной маской. Дальше мы с вами, наверное, будем добирать наш капсульный гардероб другими средствами, но я там вижу еще две марки, в которых есть неплохие каолиновые маски. И как альтернативу, как вариант, можно взять, например, масочку Astringent от Holy Land. Кстати, с таким же названием есть в серии Lotus Beauty в Джиджи маска, тоже с каолином, тоже годится для наших целей. И как такой еще более бюджетный вариант, это отечественная тоже марка Мезофарм, маска с каолином, у них два варианта с каолином, они очень похожи, есть 200 мл вот такая каолин маска, есть маска себорегулирующая в более небольшом объеме, тоже вполне годится для этих целей. Вот. И дальше мы продолжим уже добирать нашу капсулу средствами для других частей тела, чтобы она была полностью как бы закрывала все потребности в уходе. Например, я здесь вижу очень неплохие бальзамы для губ с чистым ланолином фирмы Rebirth. Это, если не ошибаюсь, Австралия. Ну, возьмем вот здесь с маслом, скорее всего, Эму. Таким милым козленочком. Вот, возьмем бальзам для губ с милым козленочком. Вот, он нам не помешает. И пойдем посмотрим, что у нас здесь есть хорошего для волос. Я обнаружила в галерее одну из моих самых любимых марок, которые производят средства по уходу за волосами. Для волос и кожи головы важно практически то же самое, что и для кожи лица. Очищающие компоненты средств, да, которыми мы устраняем загрязнения, должны быть максимально щадящие. Они не должны пересушивать и обезвоживать кожу головы. Поэтому сейчас я хочу предложить, например, нам положить в нашу капсулу уходовую увлажняющий шампунь. Он вообще достаточно универсальный, несмотря на то, что позиционируется для тонких волос. Ну, у меня как раз тонкие. Вот, он подойдет, на самом деле, для любого типа волос. И самое главное, что в нем нет ни лаурет, ни лаурилсульфата и масса прекрасных уходовых компонентов, масел и так далее, экстрактов, витамина. Вот. И в дополнение к нему я положу необычный бальзам, хотя он тоже неплох.
очень даже, а положу такое средство для торопящихся людей. Это спрей, несмываемый спрей, который снимает статическое электричество. Плюс он ухаживает за волосами, тут масло макадамии. Сама фирма называется Macadamia Professional. И я еще его очень люблю за невероятный, совершенно приятный запах. Очень важен, я считаю, уход за руками, в частности, за кутикулой. И здесь я обнаружила очень неплохие маслица, и очень-очень экономные, на самом деле профессиональные мастера маникюра используют их. Фирма E&M, они делают и лаки, и всякие основы. Вот эта маслица хорошая, я его знаю. Возьмем, положим. Но для самой кожи рук, особенно когда руки постоянно подвержены агрессии внешней среды, воздействию моющих каких-то средств, перепадов температур, я рекомендую использовать, конечно, не самые дешевые, по принципу там куплю в Ашане что-нибудь подешевле для рук, да, хорошее на лицо. На самом деле кожа рук — это тоже очень важно, поэтому я рекомендую использовать профессиональные хорошие средства для кожи рук. Например, вот фирма Guerlain я очень люблю, мне нравится она как раз своими средствами для ног, ступней, и у них есть хороший крем для рук с мочевиной, увлажняющий, тоже можно использовать, особенно при сухой, склонной к такому растрескиванию кожи. Вот, еще один лайфхак могу сказать, конечно, по поводу кожи рук. У нас в Гильтеке есть, как вы знаете, крем питательный массажный спа-апельсин. Это прекрасный питательный, вкусно пахнущий крем для лица, по которому можно делать косметический массаж. Так вот, те, кто использует этот крем, а он продается и в 100, и в 500-граммовой упаковке, кто использует этот крем, например, для кожи лица или для массажа, прекрасно может сэкономить и использовать его же для кожи рук, что очень хорошо восстанавливает как раз эпидермис и тыльной поверхности рук, и кутикулу восстанавливает, то есть очень хорошая тоже штука. Вот. Ну и не будем забывать про ножки, ухаживать за ступнями тоже нужно. И тут я тоже вижу очень хорошую штуку, я в свое время привозила ее очень часто из Германии. Это зеленый бальзам, тоже от фирмы Gewolfus Kraft. На самом деле у них есть много хороших кремов для ног, но он обладает и дезодорирующим действием, и его можно использовать, когда вы ходите в бассейн. Там есть компоненты, которые являются профилактическими в отношении каких-то грибковых заболеваний, то есть и хорошо смягчает, и убирает неприятный запах, если он может быть, то есть тоже хорошая штука. Ну что, мы с вами собрали полностью капсульный гардероб для комбинированной жирной кожи и кожи, склонной к воспалениям. Можно пойти и попробовать посчитать, сколько это будет стоить. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте проверим, во сколько нам обойдется этот капсульный гардероб для жирной комбинированной кожи со склонностью к воспалениям. Карта профессионала. Да, конечно. Сразу хочу сказать, что профессионалы, косметологи, ну и другие мастера косметологической спа-индустрии, парикмахеры имеют карту профессионала в магазине Галерея косметики, что очень удобно. Не нужно ехать, например, конкретно на фирму, где вы закупаете какие-то материалы или какую-то косметику для работы. А можно заказать, например, самовывоз в удобный магазин, которых по Москве достаточное количество находится, они все достаточно близко к метро, поэтому иногда это гораздо удобнее, чем заказывать доставку. Пожалуйста. Сумма со скидкой получается 12 333 рубля. Так вот, капсульный гардероб нам обошелся в 12 тысяч. Пользоваться мы им сможем около полугода как минимум. Ну, может быть, шампунь кончится пораньше, но можно было взять большой объем. И таким образом мы полностью покрываем все потребности данного типа кожи, который мы рассматривали, и, соответственно, остальных частей тела, для которых мы тоже нашли свои прекрасные уходовые средства. Так, корзинку я вам тоже возвращаю. Спасибо.